А в Брюсселе из-за разрыва канализации на улице возле жилых домов произошел провал грунта. Площадь воронки составила около 36 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, власти эвакуировали из близлежащих зданий более 100 человек, в том числе детей из ясли, работников концертного зала «Джаз». ЧП вызвало сбой на железной дороге. В четверг встали поезда на отрезке между Северным вокзалом Брюсселя и станцией Шуман.